Мы их уделали. Все, уходим. Хорошо потрудились. Похоже, черные бивни хотят разместить тут передовую базу. Этого никак нельзя допустить. Захвати комплекс и уничтожь все их оборудование. Внимание! Вижу много охранников врага у северо-восточных ворот. Нейтрализуй угрозу, агент. Как всегда. Все под контролем. Состояние критическое. Готово. Иди на пристань и прочеши ее.
Патрули противника движутся по направлению к пристани. Срочно требуется медицинская помощь. Вертолет врага. Не самый лучший угол. К вашей позиции приближается подкрепление врага. Дополнительные силы противника на грузовой площадке перед вами. Обнаружен знак черных бивней. Оборудование черных бивней. Давай! Уничтожь его. Позиции.
Нужно ликвидировать всех противников в секторе. Доберись до стройплощадки с южной стороны здания и посмотри, как можно пробраться в конференц-центр. Внимание! Силы противника движутся к стройплощадке. Обнаружен знак черных бивней. Не оставляем рабочее оборудование. Уничтожь его. Уничтожай всех, кто попытается тебе помешать.
Обнаружен сетевой сервер. Найди его и подключи нас к нему. Посмотрим, что там лежит. Замечена глушилка. Сбой системы. Система работает. Система неисправна. Система восстановлена. Система урезана. Система активна. Сбой системы. Замечен терминал сервера. Исаак, можно подключить к серверу через этот терминал. Подключение к серверу. Установка связи. Так, погоди. Тут что-то есть. Огромный зашифрованный файл. Проследи, чтобы связь не прервалась. Сектор чист. Больше целей не наблюдаю. Файл пока не расшифровали. Надеюсь, там будет что-то ценное.
решили обосноваться на острове Рузвельта. Они там совершенно ни к чему. Выбей их оттуда. Рядом замечена позиция под охраной противника. Срочно требуется медицинская помощь. Признаков жизни у агента нет. Замечены союзные бойцы.